Свалка на улице Крайней не убирается несколько дней. Сами контейнеры очистили вовремя. Мусор рядом и ныне там. Хотя крупногабаритные отходы управляющая компания должна вывозить также ежедневно. На данную управляющей компании будет составлен протокол об административном правонарушении. Сейчас штрафы большие за нарушение одной и той же нормы от 5 до 30 тысяч. Теперь суммы штрафов за нарушения в сфере благоустройства выросли в разы. Так, за проведение земляных работ без соответствующего разрешения одна из строительных компаний получила штраф 300 тысяч рублей. Но в администрации района считают, важно не только наказывать нарушителей, но и большое внимание уделять профилактике. Регулярно встречаемся с управляющими компаниями, с юридическими лицами, ведущими деятельность на территории района, разъясняем существующее положение, законодательство в сфере административных правонарушений. Всего в этом году административная комиссия Красноглинского района составила почти 1000 протоколов на общую сумму более 2 миллионов рублей. Лариса Шлафаст, Сергей Баскин, события.